Мэйдэй, мэйдэй! Looks like he's heading for that control tower. Mayday, mayday! Some of those creatures got on board. Repeat, we have. Ой, ой, ой! Похоже, надо валить. Come on! Я выжил? По-моему, да. Это было эпично. Gonna do that again. Evacuate all cleared personnel out of this area immediately. А вот и он. Ну это было эпично, конечно. Он свалил. Ну уж не. Что там происходит вообще? Что за ад? Что с небом? Почему оно красное? Погнали. За ним. Сжечь дотла пройдено. Вау, башня какая-то. Все горит. Все в огне. Зомбы. Ну их пятеро опять, а не десять. Ладно, давай с ними разберемся. В режиме ярости, пожалуй. Не хочу с ними церемониться. Погнали. О, вот сейчас можно попробовать. Да блин, я не могу в них зайти, чтобы... Почему они друг друга бьют? Я не могу в них зайти, чтобы они меня не били. Пять. Они почему-то друг друга бьют, ну ладно. Короче, не-не-не, я не сделаю эту штуку. Они меня убивают, пока я в них захожу. Очень хорошо, очень хорошо идет. Ой, как хорошо. Сколько дамага проходит, я не могу. Как ты жив еще? А. Почему они друг с другом-то месяца, я понять не могу. Пошел вон. Так, ладно. Паучок, привет. Мне, наверное, не сюда? Ладно. Мне, наверное, в обход. Вау. Пошли, Спайди. Наверх полезть. Just keep following Carnage up and up, till there's nowhere left for him to run. Я буду преследовать Карнажа все выше и выше, пока ему не останется куда бежать. Ну, пока ему... Короче, пока ему будет некуда бежать. Подождите. Я знаю, что там туда. А, видимо, там ничего нет. Ну, ладно. Погнали. Ой, как плохо все выглядит. Они встают. Вот сейчас можно попробовать. Пять. Давай. Девять, ну серьезно, ну как так? Во! Получилось! Ура! Я счастлив. Погнали, добивать их. А, они уже разбили мне стекло, спасибо. Все, быстро. Так, отлично. Чё мы сделали, чё мы не сделали? Давайте посмотрим. Это что такое? А, ну мы это сделаем, наверное. А, ну у нас и задание на Карнажа на битву, наверное, потом. Ну, это посмотрим. Это мы сделаем, ну паучков мы не нашли, но мы почти все выполнили, мы красавцы. Но я очень рад, что мы выполнили, кстати, ежика. Это круто. Мы, по-моему, ни разу его еще не выполняли. А все. Вау.
Just a guess, but I'm thinking smash the giant egg in the center. Wow. Как это отвратительно выглядит. We're sending in new Slayer robots that have been programmed to recognize you as an ally. Look for the red one. Well, what do you know? My very own robot sidekicks. I'll call this one Herbie. No one likes a whiner. Ладно, теперь, я думаю, можно прочитать, что там за задание. Достаньте Карнажа, уничтожить трех разрушителей, которые сражаются на вашей стороне в финальном поединке. Ну давай, а как? Что мне надо сделать? Они его сжигают постепенно. Как это выглядит отвратительно, я не могу. А, они убили моих роботов, да? That's a daring look you got going on there. You don't see many. Spider-Man, you have to support the Slayer units. They're all down. Reinforcements incoming. Oh, son of a. There's one of the robots. Куда? Это слишком эпично. Ну, короче, похоже, надо сначала заставить его вылезти оттуда, а для этого надо их подефать. Потому что иначе он оттуда не вылезет никогда. Интересно, у нас с Веномом получается разная сигнатура. Ну, то есть, если они... Ой, с Веномом, с Карнажем. То есть, если... Отлично. А вот и он. Уже с осколком. Так, морду бить. Давай, давай, мордобой. На, на. До свидания. Нормально у него когти, кстати. До свидания. Все, хорошо. За ногу его. Полетел. Все, замечательно. Опять полетел. Давай, опять мордобой, я жду. Отлично. Так, мочи. Отлично. А третий не дожил. А третий не дожил. А третий не дожил. А, и плюс я еще вот эту штуку не сломал, потому что я знаю, кажется, куда надо было идти. Это вот в том месте, где я разрушителя не добил, и закрылись ворота. Это вон там он был, там просто куча зомбов еще лежала. Вот, да. Ну ладно. Ну ладно. Полетел вон. Нормально у него клешни. Так все, половины жизни нету. Сейчас ты умрешь. А, так они вышли еще. Так сейчас он просто надо подождать, все. Максимум одного можно пропротектить, чтобы он его заставил выйти. И все, можно даже не париться. Я пытаюсь всеми силами. А третьего не выйдет, да? А, да, третьего не выйдет. Блин, одного уже убили, ладно. Нет, еще одного. Уйдите от него. Нет, он упал. Ладно, он еще один идет. Так, ребят, давайте, жгите. Зажигайте. Ну это эпично, конечно. Кыш. Отлично. Он вылез. Брюс. Так, опять мочить лесу ему. Давай, погнали.
hoping this is just the worst nightmare I've ever had in my life. На. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три. Да ты посмотри, а. Как он уворачивается. На. Еще разочек. Теперь минус еще один робот. Давай. У него это, челюсть похожа на Индораптора. Хорошо. Все, отлично. Это испытание я прошел. Но я не прошел то. Давай, поехали. Повеселимся. Оп, ладно. У меня тоже есть щупальца, братан. Ай. Отлетел. Ой, хорошо летит. Хорошо идет урон. И по мне тоже хорошо идет урон. Добить его надо, пока я жив. А все, а он сбежал обратно. Ай! А где еще один? Он вон там идет. Он один. Надо как-то его пропротектить. Пошел вон от него. Улетел. Полетел. Полетел. Зажги его уже. Полетел. Просто откидываем его. Отлично. Все, добивать, добивать лицо. До свидания. До свидания. Тут больше всего мордобоя, мне кажется, в игре. Все, на. Бай-бай. Все? Все. Все, бай-бай. Отлично. Мы забрали последнюю часть. Мы забрали последний фрагмент. Это не можешь не радовать. Но у нас впереди еще Мистерио, который захватил мадам Паутину. На золото его прошли. Есть. Ну, похоже, до 40 минут. Или до 45, не знаю. Будет золото. Ну что же, смотрим катсцену, которая будет подводить к финалу. Погнали. Hey, not bad, webheads. They fought their way from one dimension to the next, faced a number of their most fearsome foes, and found the final fragments of the fabled Tablet of Order and Chaos. But they're not done yet. Remember, there's still a damsel in distress. So what are you waiting for, heroes? Hop to it! What now? I can't give the final tablet piece to Mysterio. But if I don't, it's lights out for Madame Web. Think, Spidey, think. After years of pretending, of faking my way with special effects and stage magic, to have a taste of the real thing. I can't wait any longer. Where is he? I want that tablet! Nah. I never gave you anything. Хорош, красавчик. The tablet, it's reassembling itself. Nippon! Ой, 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 он вырастает. Ой-ой-ой-ой-ой. Вау. Madam Web, don't worry about me, Spider-Man. Look, the web of reality, the tapestry of the universe is unraveling. Yes, a universe to remake in my image. I will devour every dimension until all is Mysterio! Last chance. With the walls of reality broken, I can summon your counterparts from the other worlds. The four of you, together, are reality's only hope. Вау. Это жестко. Почему Карнейдж? Карнаж, правильно. А что, мне Мистерио не откроют?
открыли. Ну, это Мистерио, 100%. Он даже по-английски он Carnage считается, то есть не Carnage, он Carnage считается, по-моему, насколько я знаю. Ну, в общем, вы поняли, ребятки, Мистерио решил у нас вселенную перестроить под себя, мы ему не дадим. Мадам Паутина решила призвать всех четырех паучков нам на помощь, ну, точнее, трех остальных. И это будет финал, это будет эпично. Но это будет уже в следующих сериях. Наверное, в следующей серии, может, в следующих сериях, не знаю. Ну а чтобы ее не пропустить или их, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, делитесь этим видео со своими друзьями в своих соцсетях, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики по игре Spider-Man Shattered Dimensions, потому что я все-таки думаю, что стоит пройти игру на харде, потому что, ну а почему бы и нет, это довольно интересно, мне кажется, должно быть, но это будет больно. Но это будет уже потом как-нибудь. А в следующей серии мы должны добить Мистерио. Если не добьем, то это плохо, блин. А если добьем, то мы красавчики, и вы тоже красавчики. В общем, это будет в следующих сериях. Я уже сказал это пятый раз, наверное. Всем удачи, всем здоровья, всем пока!